С какого начать, с большого или маленького? Лучше с дорогого. Лучше с маленького и потом повыше. То есть по возрастанию. Так, презенты. Презенты. Хочешь, я принесу? Ну, чего не понесет? Такие большие презенты. Ну, ты сказал, с маленького. Ага. Маленького. Ой. С маленького. А представляешь, маленький, если ты... Если с маленького, это подарок от моих родителей вам. Вот. Ну, они очень надеются, что вам понравится. Это сумочка. Ничего себе. Ух ты. Это под все. Послушай, а тебе даже под это платье она пойдет. Очень. Я слушаю. Ну-ка, мери. Точно под это платье. Ну, это вообще... Мери. Мое просто мечта. Очень красиво, мам. Ну, это оно под это платье. Вообще. Она вот, да, вот... Прямо точно. Вот серое, прям с бежевым каким-то. Олечка, дай Бог на здоровье, передай большое спасибо. Хорошо. На сумках я помешана. Да. И причем, вот, тогда да, и пакетик красивый. Причем я замечаю, что у меня много, может быть, сумок, но где-то одна какая-то вся обтрепанные углы. Выбрасывай. Ну да, надо выбрасывать. Вот столько сумок, надо не жалеть, она сидит. Смотри, здесь и маленький, или может, ремешочек. Да, он так, если на длинный, он как декоративный, тут просто ага, смотрится линия. Красиво. А так можно как круче. Смотри, он очень-очень как-то интеллигентно, очень изысканно. Очень красиво, спасибо. И теперь подарок от нас с Илюшей. А теперь кошелек в эту сумку. О, в этот кошелечек. Нет, какой-то очень большой будет кошелечек. Вот это кошелечек. Я даже не знаю. Слушай, я не понимаю даже. Точно тостер. Ничего себе. И причем самое офигенное. И тостер, и не тостер. Не тостер даже. Ну-ка, еще какие варианты есть? Печка-тостер. Это как ты хотел? Вместо микроволновки подогревать можно? Да. Офигеть. Вот просто из-за того, что, как бы правильно сказать, все это микроволновка считается, она вредная. Слушай, это и вообще даже отказались вещь многие уже на всю жизнь. А эта печечка, как ты хотел, пахули. И подогрев, и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так это для нас... Ой-ой-ой. Офигеть, вот это да. Так это целая мультиварка. Я выброшу завтра. Давайте вот сюда и поставим. Это же целая мультиварка, да. Я же выброшу микроволновку. Она работает как мультиварка. Она работает как сковородка. Она работает как... Тостер. Пароварка. Очень много. А это тут можно в этом отсеке, вот в боковом, жарить яйца, можно варить яйца, можно... Вот в этом? Да-да-да, можно на пару готовить овощи. Так это несколько там этих? Да. Да ты что, это пароварка. В общем... Как мы Лене дарили, но только еще с тостером. Фишка такая, что вот это тостер, вот это, я так понимаю, под тостер, под эти... Крошки. Под крошки. Да. Высыпать. Да. Не скапливались, и не дарили. Вот здесь три контейнера. Это помещение. Если мы целиком снимаем, вот мы сейчас снимем целиком. Аккуратно. Очень крутыш. Очень крутой подарок. Я молодцы. Я не видела даже. Я тоже. Молодцы. Исчез вдали и канул тихо в прошлое. Мы не будем нынче сожалеть о том. Может, он дарил тебе не все хорошее, но теперь стучится праздник в дом. С днем рождения тебя я поздравляю. Счастья я от души желаю. Знай, что все в твоих руках. Для тебя сегодня в этот день рождения и цветы, и лучшие слова. С днем рождения тебя я поздравляю. Счастья я от души желаю.